Vous êtes Jasmina Rodincio, Goran de Biarritz. Je produis de Pateras, Pateria National. Quand on va arriver, on va arriver. Votre tête. Ah ben, je vous en prie. Un petit sourire, cher monsieur. Ah non, prenez avec l'affiche. Non, avec la tête. Ah non, non, alors je me cache. Là. Ah ben, j'ai l'affiche sur le bureau. Да фотографируют и меня. Что ты такой, как этот? Представьте, что здесь, Россия, что ли? Здесь, а не Россия. Ну, а что ты себя и ведешь? И Тамбовский волк тебе врат. Я тебе, и не ты, ты понял? А кто? Ну, не вы, ты а меня. А вы, а вот там. А, сейчас, пришел. Да. Вас враг, да. Скажите мне. Одно, что меня и попросили. Все, и завтра. Записи. Да, записываю. Записывайте, да. Записывайте. Потому что я здесь никто. Записывай. Скажите, почему мы вам враги? Скажите нам, пожалуйста. Скажите, отлично. Скажите, почему мы вам враги? Я не слышал. А что, боится сказать, да? Скажите. Вслух скажи. Скажите фотографировать вслух. Можешь, а вслух сказать боится? Мы ваши друзья. Мы да не смотри Бога. На меня так, у меня глаза мы еще пострашнее. Ну скажи, почему ты, почему у нас ненависть к нам? Слушай, твоя личная фотография, лично, завтра встреча с префектом в Байоне. И мы посмотрим за твои бумаги, кто ты такой. Да посмотришь, зубы себе иди поставь. Смотри. Зубы себе поставь. Иди, давай, зубы давай. Себе. А воняет от тебя. Да, это от тебя воняет. От меня воняет, да. Давай дыхну. Да, тогда вонючий, иди отсюда. Давай дыхну. Зек, зек. Ну не отвечай. Извините, молодой человек, извините, почему мы враги? Скажите, почему мы враги? Скажите, почему мы враги? Почему вы агрессивнее? Мы ваши друзья, мы верующие. Скажите. Là, je porte plainte en pénal contre vous. Et vous aurez raison. Monsieur Hoffner, si je vois ma tête oui. dans votre site, là, il y a une plainte en pénal contre vous, cher monsieur. Et vous le savez bien, vous allez bien payer. Et bien, je serais ravi de faire de vous rencontrer au tribunal. Je serais ravi. Ну, скажите, почему мы враги? Мы хотели понять. Почему вы скрываете? Ne говори. Monsieur, vous nous avez arrosé. Non, je ne vous ai pas arrosé, j'ai arrosé un jardinage. Mais non, monsieur, regardez, là, il y a de l'eau, là. Il y a une fuite, monsieur, vous voyez. Regardez. Monsieur, là, maintenant, on est en direct. Non, non regardez, là, il y a de l'eau, regardez. Effectivement, puisque regardez, non, vous nous avez arrosé. Non, regardez. Vous êtes sorti, vous nous avez menacé. Oh, on n'est pas menacé, on vous a pas. Vous nous avez menacé, tout ça c'est filmé, et ensuite vous nous avez arrosé. Au revoir, monsieur. Alors, je ne comprends pas parce que. Au revoir, monsieur. Le christianisme, c'est l'amour. Au revoir, monsieur. Mais non, monsieur, l'amour. Au revoir.